Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Турции» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11965 кГц. Сегодня в студии я, Яна Алиева, и моя коллега Аида Данбарова. В операторской нам помогает Неджля Айтян. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости, обзор турецкой печати, программу «Турецко-российские отношения», а также рубрику «Вопрос месяца». Вначале коротко о событиях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал игрой скандальное решение США о введении санкций против Турции. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что несмотря на пропаганду и кампании, направленные против Турции, Турция продолжает оставаться страной, наиболее подходящей для инвестиций. Число погибших в результате серии мощных взрывов в районе Сермада сирийской провинции Идлиб возросло до 67 человек. Кроме того, 50 человек получили ранения. Россия ограничит использование американского доллара из-за введенных Вашингтоном антироссийских санкций. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. На юго-западе Китая произошло землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. В Москве завершился трехдневный этап мировой серии Гран-при по тхэквондо, в котором турецкая спортсменка Зелиха Агрыс завоевала бронзовую медаль. Ну а теперь более подробно об этих и других событиях.